Загадайте малышу загадку. Под соснами, под елками, лежит мешок с иголками. Мешок тот в руки не возьмешь, потому что это еж. Расскажите малышу, что еж – это лесное дикое животное. Отличительной особенностью ежа является то, что его тело покрыто иголками. Ежик сам такой маленький, и лапки у него короткие. Убежать от хищника он не сможет. Иголки нужны ему для того, чтобы защищаться. Головка и животик не имеют колючек. Именно поэтому ежик во время опасности и сворачивается клубком, чтобы защитить себя. В ежиной семье всегда все дружно. Папа еж, мама ежиха и маленькие ежата. Маленькие ежата у ежа рождаются голенькими и слепыми. И только со временем, когда мама выкармливает их своим молочком, появляются мягкие колючки. Затем они затвердевают, и уже тогда ежатам ничего не страшно. Ежик очень любит лакомиться червячками, жучками, сладкими корешками. И выходит в основном в вечернее время. Если вы повстречали ежа, не пугайте его. Рассмотрите внимательно, понаблюдайте за ним. И дома почитайте веселые рассказы Андрея Усачева «Жили-были ежики». Расскажите малышу и о других лесных животных.